здравствуйте. Повторяю свой призыв сообщать мне через соцсети всякие проблемные для города и горожан темы. Лучше всего использовать сеть ВКонтакте, ну или через мою личную страничку, или через страницу программы «Абзац». Вот, например, именно таким образом мне и отсигналили про такую вот проблему. Отсутствие в свежеотремонтированном подземном переходе на площади Кирова такой элементарной, но крайне необходимой вещи, как пандусы для колясок, ну как для детских, так и для инвалидских. Все, вот для этих категорий граждан проблема становится практически вселенского масштаба. Если мамаши с колясками еще могут хоть как-то вот тут вот пройти через переход, пусть надрываясь, с грехом пополам, то вот инвалидам-колясочникам этот путь просто напрочь закрыт. Взрослого человека на коляске спустить, а уж тем более потом поднять наверх, просто нереально. Поэтому и вынуждены многие не кратчайшим путем перемещаться из точки А в точку Б, а обходить за пару кварталов, чтобы дойти до безопасного наземного перехода по Физкультурной или по Каховской. В связи с чем и возникает вопрос, ну то есть вот этот переход ремонтировали что? Не для мамаш с колясками, не для инвалидов? Хотя до ремонта-то пандусы тут были. Мамаш много с колясками? Много. И все так вот на себе, как... Ну, наверное, конечно, по другого дороги нет, другой. Поликлиника-то детская как раз на той стороне находится. Вот так-то на себе приходится таскать, конечно. И ребенка, и коляску. И в кругаля, да? Да. Не, ну, чтобы под переходу не проходить, конечно, вокруг приходится обходить. Когда, знаете, ремонт делали, мы говорили, а вы пандусы будете ставить? Они говорят, будем. И что, с дочкой мы шли? Говорили, да? Строители. И часто так ходите? Всегда. Ну, поликлиника вот у нас здесь. А, в поликлинику, да? Да. И таскаете, да? И таскаем. Так, проходить, конечно, очень тяжело. Это вот сейчас коляска еще легкая. Была вот у нас это лежачая, так она та тяжелая, мы вообще круговую ходили. А ведь по-любому обустройство пандусов было прописано в контракте на реконструкцию перехода. Это просто по-любому. Сейчас все объекты проектируются и ремонтируются с учетом потребностей таких категорий граждан, как инвалиды и прочие маломобильные. Но вот почему-то тут не сделали. Хотя по сравнению с масштабами выполненных работ, это плевое, копеечное дело. Приварить и зафиксировать несколько швеллеров. Но вот почему-то подрядчик это не сделал, а заказчик администрации так с него и не спросил, хотя время прошло много. Ну то есть опять же создали ситуацию, когда люди не спасибо говорят, а плюются. Вот как раз вот такие мелкие недоделки портят все впечатление от сделанного. Ну, как та самая ложка дегтя в бочке меда. Ну, это просто отсутствие исходящего контроля. То есть просто человек не пришел из администрации, не посмотрел, все ли есть на месте. Тут много ума не надо. Да, обращался в администрацию Кировского района года два назад. Ждите, будет все, мы посмотрим, комиссия приедет. Ну и вот. И вот комиссия. С тех пор вообще никаких движников нет. Вообще. Да? Надеюсь, что чиновники, если на этот сигнал не отреагируют оперативно, то на него внимание обратит прокуратура. Ведь, по-моему, это не только уже неисполненные контрактные обязательства, но и создание опасных условий для жизни и здоровья граждан. Ну, то есть объект, очевидно, не отвечает всем требованиям безопасности. Сами смотрите, насколько опасно, если коляску перетаскивают миниатюрные женщины. Вот не дай бог, кто-то не удержит равновесие, там, коляска из рук вырвется. А зимой, весной, осенью, когда слякотно и скользко. Ну вот нафига так рисковать людьми? Может быть, все-таки проще напомнить подрядчику о недоделанном, да и спросить с него за это.